Каспийск – самый молодой город Дагестана. Город, который имеет богатую и интересную историю. Своим появлением на карте страны он обязан заводу «Дагдизель», строительство которого началось в далеком 1932 году. Вокруг предприятия разрастался поселок «Двигательстрой». В годы Великой Отечественной войны он сыграл огромную роль в победе. Работа жителей была направлена на укрепление оборонной мощи страны и выпуск необходимых боеприпасов и оборудования для судов и транспорта. По этому случаю 15 ноября 2022 года указом президента России Владимира Путина Каспийску было присвоено звание «Город трудовой доблести». Совсем скоро, 17 сентября, жители отметят его 76-летие уже в новом для города статусе. Культурно-массовые мероприятия ждут не только горожан, но и гостей республики. 15 сентября состоится оздоровительный забег, торжественное открытие модельной библиотеки филиала номер 2, а также концерт образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии Российской Федерации с раскрытием самого крупного флага страны. 16 сентября пройдет презентация творческого пространства «Культурный квартал». В день рождения Каспийска всех желающих ожидает праздничный фестиваль, на котором будут развернуты тематические площадки, этновыставка и развлекательная программа для детей. Традиционное исполнение военного оркестра будет сопровождать культурные мероприятия на главной площади города. Прекрасным завершением празднования станет финальный торжественный концерт.